blue skies smiling at me. Nothing but blue skies. Вайолет, Клаус и Солнышко были детьми смышленными. Практически вся их жизнь представляла сплошную череду несчастий. Ваши родители скончались в результате пожара. Это означает «погибли». Мы знаем, что это означает. Но здравствуйте, здравствуйте, детки! Я граф Олаф, ваш новый опекун. Знаете, что это? Похоже на список. Нет, это список домашних дел. Вам нужны только деньги наших родителей. Пора отсюда выбираться. Живо в дом. Там безопасно, и нет чужаков. Чужаки? Где? Детишек Батлер ждет погибель. Что? Когда песок закончится, все деньги будут мои. Я не думал, что он так быстро высыплется. В интернете купил. Так что переверните пару раз. Мы с вашими родителями придумали свой тайный язык. Родители общались на тайном языке. В библиотеке вы найдете все ответы на ваши вопросы. За работу! Здесь что-то нечисто. А это что? Это принадлежало родителям. У графа Олафа на ноге такая же татуировка. Быть не может. Тайны будут раскрыты. Зовите меня капитан Шем. Это же просто граф Олаф в гриме. Соображаешь? Несчастье за несчастьем. Где бы вы ни были, я вас найду. Зачем вы так с нами поступаете? Так веселее. Мы отправляемся в сверхсекретную экспедицию. Что скажете, Бадлеры? Согласны? Лемони Сникет. 33 несчастья. Вы отправитесь в тюрьму. Я бы поспорил. Я вооружен. Я тоже. Пустяки. Какая прелесть. Это что, гарпун? Смотрите все серии 13 января.